Сразу после инаугурации Андрея Чибиса в Рио вице-губернатора Зоя Санжиева объявила об отставке. Зоя Олеговна проработала в Заполярье чуть менее 5 месяцев. Экс-министр экономики и торговли Калмыкии Зоя Санжиева была ответственной за реализацию в Мурманской области проектов государственно-частного партнерства. За время ее работы в области был создан центр «Мой бизнес». О своем уходе политик сообщила в Инстаграм и поблагодарила бывших коллег. О новом месте работы Санжиева пока не сообщает.